До конца каникул еще 2 недели, и ребятня Щегровского района точно проведет их с пользой. Здесь открылась новая игровая площадка. Ее своими силами возвел местный житель Владимир Чанян. К доброму делу подключились его друзья и соседи. Как узнал Антон Осюков, новое место для игр соседствует с футбольным полем, которое также построили сообща. Сложно представить, но на месте этого настоящего игропарка еще несколько лет назад была свалка, и не маленькая. Будучи игроком местной футбольной команды, Владимир решил построить здесь поле. Столь редкую сегодня инициативу поддержали несколько местных жителей. Сообща соорудили еще и детскую площадку. Мы же все мужики, правильно? Ну, кто-то умеет там копать, кто-то умеет гвоздь забивать. Ну, и вот совместными усилиями мы вот строим здесь. Хотелось бы побольше бы таких мест там организовать, потому что на данный момент тут у меня нет детей, но в будущем же они будут, правильно? Вот они придут и скажут, наверное, мой папка тут принимал участие, строил здесь, отдыхать будут. Это же хорошо. Теперь сюда приходят со всей округи. Ребята уже облюбовали горки и качели. Я сюда прихожу на площадку и качаюсь с ребятами на качелях. Мы сюда катаемся на горке. А вот Сергей Коростелев грезит о футбольной славе и победных играх, а потому при любой возможности спешит сюда со своими товарищами. Здесь очень крутое оборудование. Здесь можно проходить с ребятами и играть каждый день, когда хочешь. В непростой войне с сорняком на поле Владимир уже победил. Осталось ухаживать за газоном, чтобы играть в футбол здесь было еще комфортнее. Это для меня самая большая награда, что это действительно не слова, это действительно так из моей души, что приятно, когда кто-то благодарен тебе, разве это плохо? На этом поле будут проводиться не только тренировки. Со следующего года здесь организуют свой чемпионат по футболу. И одним видом спорта ограничиваться не будут. Как нам стало известно, в скором будущем рядом может появиться и волейбольная площадка. Антон Осюков, Андрей Дегтярев, телеканал «7».